Даже если не знать, что исторически Сен-Мало – это пиратский город, убеждаешься в этом очень скоро. И дело даже не в фортах, башнях, не в крепостных стенах и не в названиях, то и дело отсылающих тебя к флебустьерской романтике. Дело в местных чайках. Их клювы – абордажные крючья, а в жилах течет древняя корсарская кровь. Заснять типичную сцену было не так уж трудно. Пока чайка охотилась на только что купленный блин с ветчиной и сыром, я охотился на чайку. Вот она, одна из наследниц капитана Флинта, черной бороды и Дэвида Джонс в одном размахе. Подальше от берега можно услышать, как дышит океан, и даже увидеть, когда начинается прилив, вода заливает километровые пляжи и бьется о стены форта. Зрелище завораживающее и могло бы поразить воображение, если бы не было во Франции такого места, как Мон-Сен-Мишель. Но рассказ о нем в следующем видео. Без вести морякам от города Сен-Мало.